Домик для птичек готов. Осталось повесить его на дерево. Помоги папе коту повесить домик для птичек. Помоги прибить домик для птичек. Теперь птичкам есть где жить. На таком дереве можно не только скворечник повесить, но и целый дом для котят построить. Возьми лист бумаги и карандаш. Нарисуй, каким будет дом. У нас получится замечательный дом. Идем его строить. Найди необходимые инструменты для строительства дома. Найди инструменты. Найди инструменты. Найди инструменты. Инструменты найдены. Начнем строить дом. Собери дом на дереве. Не то. Дом готов. Давай его покрасим. Здорово! Как здорово иметь домик на дереве! Миу, миу!